Всем привет, наш любимый игрок Клондайк. Я предлагаю в этом видео построить на новом ущелье заброшенный дом. Всего у нас три стадии строительства. Первая стадия — брус, гвозди, арматура, строим. Вторая стадия — молоток, состав и канаты. Принять. Не дохлетело. Ну что ж, давайте продолжим строить. И третья стадия — печь, кровать и стекло. Строить. Все. Здание построено, склад пуст. Ну, обратите внимание, что на этом острове мы ничего делать не можем. Склад только как, чтобы выложить туда свои все энергетики. На этом все. Спасибо за просмотр.